Предисловие книги Зоар 18. И одновременно с этим разрешается трудность пятая. Вопрос пятик, смотри, вопрос пять в пункте первом. То есть нам было трудно понять, как существующего, существующего вне времени произошли создания, для которых не характерна независимость, для которых не характерна независимость от времени, переходящие и временные, и из объяснявшего здесь, понятно, что в самом деле мы уже произошли от него самого, буквально от того, что перед ликом его, такими, как это подобает ему, существующему вне времени, то есть также творениями существующими во всем своем совершенстве вне времени. И это наше временное существование, необходимо с тобой, чтобы слегка Одногу нечистая оболочка тела, данная нам только для работы, была временно и временно. Осталось в нашем вневременном существовании, то мы бы остались, не дай Бог, навсегда отделенными от нижней жизней. И мы же уже говорили в пункте 13, что наше тело в форме желания получать исключительно ради себя, вовсе не подвластном времени, замысле творения. Поскольку мы пребываем в том же виде, что в ситуации третьей, однако в этой форме оно должно обязательно быть у нас, когда мы находимся второй, чтобы дать нам возможность исправить его свойства, как уже говорила, нет никакого вопроса о ситуации, в которой пребывают остальные короли мира, не человека. Так как человек есть центр творения, как написано ниже в пункте 39, и все остальное творение совершенно не принимается во внимание и в расчет, кроме как поскольку они могут привести человека к совершенству, и опускаются вместе с ним, поднимаются по себе, и опускаются вместе с ним, сами по себе. Однако в этой форме, как оно должно быть, не принимаются врачом, когда мы находимся в ситуации второй жизни.
чтобы дать нам возможность исправить его свойства. Как уже говорилось, и нет никакого вопроса о ситуации, в которой пребывают остальные творения мира вне человека, как есть, так как человек есть центр творения, так написано ниже, центр творения. Творения завышенные в расчет, кроме как постольку, поскольку они помогают привести человека, поскольку они помогают привести человека к совершенству, и поэтому они поднимаются. Не принимаются в расчет.